Для людей с ограниченными возможностями, но с бесконечной силой воли и желанием жить, во Дворце культуры Солигорска подготовили настоящий праздник. Благотворительный концерт «Мы дарим вам тепло своих сердец» порадовал номерами творческих коллективов и исполнителей. Теплые слова и пожелания передал в своем послании епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. Наши особенные солигорчане – люди сильные духом. Не зря у нас такие талантливые спортсмены-колясочники, победители масштабных состязаний. Высоко ценю дружбу приходов Слуцко-Солигорской епархии с этими замечательными ребятами, которые, каждый из которых прошел свой уникальный путь и покорил свою личную вершину. Зажигательные танцевальные номера от артистов от мала до велика переплетались с лирическими вокальными композициями. Порадовали зрителей в этот вечер и творческие зарисовки воспитанников Солигорского центра социального обслуживания населения. Еще одна цель мероприятия – благотворительность. В фойе Дома культуры расположилась выставка работ людей с ограниченными возможностями «Свет моей души». Понравившееся изделие можно было приобрести, тем самым пожертвовав сумму на добрые дела. Эту ярмарку подготовило отделение дневного пребывания для инвалидов. Ребята и воспитанники нашего отделения. Они вложили частицу своей доброты, любви, готовятся заранее, вот, с трепетом и с душой. Если обычно, нам, обычным людям, это кажется, что это делается быстро, то для них это мы готовимся за полгода. Ярким завершением вечера стало шоу мыльных пузырей. Завораживающие и сказочно красивые радужные пузыри невероятных форм и размеров подарили множество улыбок и вызвали бурные овации. Замечательно, молодцы, артисты все, молодцы. Спасибо большое организаторам. Очень понравился. Спасибо большое. Что побольше таких. Да, и почаще приглашали. Да. Молодцы. Отличный концерт, все понравилось. Да. Почаще, чтобы было такое. Прекрасный концерт, все хорошо, отдохнули. Нормально. Отлично. Все, мне все понравилось. Спасибо организаторам и участникам. Было очень красиво все, замечательно.